Сегодня в меню – хворост на кефире с водкой. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйцо – 1 штука. Кефир – 0,5 стакана. Водка – 50 мл. Сода – 0,5 чайных ложки. Масло растительное – 150 мл. Мука – 2,5 – 3 стакана, стакан объемом 200 грамм. Для приготовления хвороста можно использовать кефир с любым процентом жирности. Соду можно заменить разрыхлителем для теста. Подготовьте ингредиенты. В миску влейте теплый кефир, вбейте яйцо. Хорошо перемешайте. Добавьте соду. Влейте водку. Добавьте просеянную муку. Замесите руками тесто. Тесто раскатайте и нарежьте его на полоски, а затем их на кусочки. В каждом прямоугольнике сделайте надрез в центре. Выверните один край через отверстие. Жарьте подготовленный хворост в нагретом растительном масле на среднем огне до красивого и румяного цвета. Хворост готов. Хворост по этому рецепту всегда получается удачным и пышным. Его можно быстро приготовить к приходу гостей или же в выходной день для семьи. Приятного чаепития! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!